Всем привет. Сегодня у меня 6-й Galaxy. Менять будем дисплейный модуль. Такой красивый, золотистого цвета. Цена замены дисплейного модуля на 6-й Galaxy сегодня составляет 160 евро. 145 евро стоит сам дисплейный модуль. Вот здесь он у нас проклеенный тоже. Двусторонний скотч имеется. Оригинальный дисплейный модуль. Так, телефон у меня стоит на сепараторе. Я его снял. Горячий, прогрел заднюю крышку. Начинаем со съема задней крышки. Аккуратно поддеваем медиатором, снимаем. Можно даже чем-нибудь потоньше. Пластиковый двусторонний скотч. Здесь у нас под крышкой довольно крепкий. Без прогрева. Снимать не советую, повредите крышку. Крышку садить будем потом на акриловый скотч, поэтому этот можно полностью удалять. Хотя, если постараться и снять его как следует, если он сохранился, в принципе, можно и посадить на него, но это не в нашем случае. Снимаем винты.
сим-карты. Так, одну секунду. Играет музыка. Блин, YouTube улавливает. И потом банят, короче. Уже несколько раз такое было. Так, дисплейный модуль. Возвращаемся к дисплейному модулю. Стегиваем. Давайте его. Так, включаем. Включается у нас вот здесь. Кнопочка. Замыкаем два контакта. Проблем никаких не должно быть с этим дисплейным модулем, как я уже сказал. Оригинальная модуля. Порядке. Включаем телефон. Включаем дисплейный модуль. Двусторонний скотч, вот этот вот коричневого цвета, видите, да? Нового модуля. Очень крепкий. Итак. Снимаем системную плату. Наверное, сейчас поставлю на сепаратор. Вот. Прогрею модуль до 100 градусов. Снимаем батарею.
беда. Здесь он приклеен на двусторонний скотч. Поэтому давайте прогреем на сепараторе. И после прогрева продолжим снимать. 2 минуты на сепараторе достаточно. Легко отсоединяется от рамки. Спасать здесь нечего. Амулет поврежден, поэтому вот тот самый скотч. Здесь аккуратнее с модулем нижним, нижние кнопки с подсветкой, не повредите шлейф. Решетка верхнего динамика. Вот такой вот дисплейный модуль. Тончайший. Очень тонкий. Итак. Пластик удаляем. Ставим на место кнопки. Выравниваем. Удаляем все неровности, чтобы ничего у нас под дисплейным модулем не мешалось. Ставим решетку. Вставляем хом. Ставим системную плату. Застегиваем нижний модуль.
системные платья винтов у нас никаких не было. Проверьте, чтобы ничего не забыли. Разъемы, коаксиальные кабеля. Вставляем металлическую рамку сверху. Снизу, я думаю, будет удобнее. Карты. Собираю винты. За то время, пока телефон грелся на сепараторе, я проклеил крышку акриловым скотчем. Да, по периметру вполне достаточно. Это телефон перезагружается. Так, друзья, это был Galaxy S6. Всем спасибо за внимание. Видите, да, прекрасно сел, без зазоров, без щелей каких-либо. 160 евро, еще раз повторюсь, на сегодняшний день. Цена дисплея 145 евро. Всем удачи в ремонте, до новых встреч.